Здравствуйте, меня зовут Нина Абрамова, это Татьяна Дворцова. И мы сегодня поговорим о стретчинге, о растяжке, как о составляющей части тренировочного процесса. Мы все знаем, что работа в тренажерном зале – это силовая нагрузка, которая закрепощает суставы, и поэтому при тренировке необходимо использовать так называемую заминку. Заминку мы используем после тренировки, порядка от 5 до 10 минут, в зависимости от мышц, которые работали на тренировке, да, и мы используем ее для расслабления и для восстановления всех систем организма после силовой работы. Мы готовы показать вам комплекс примерный, который можно использовать после любой силовой тренировки в тренажерном зале. Мы выполняем наклон вперед, спина максимально прямая, взгляд направлен вперед и подбородком тянемся к стопе. Вот таким образом. Мы не давим на спину, можно использовать таким образом страховку для того, чтобы усилить это движение. Либо человек делает это сам. Колени максимально прямые, стопа натянута, либо в свободном положении. Задержка на 10-15 секунд, и затем мы продолжаем движение дальше. То же самое движение можно выполнять ноги врозь. Мы наклоняемся вперед, спина максимально прямая, колени натянуты. Ну и амплитуда зависит от уровня подготовленности человека. Мы не давим на спину, мы вытягиваем за руки. Мы демонстрируем упражнение с максимальной амплитудой. Для людей, не имеющих такого уровня подготовки, как у Татьяны, естественно, ноги мы разводим на ту ширину, которая нам доступна. Разворачиваемся, руки ставим на уровне голени. Взгляд направлен вперед, спина максимально ровненькая. Медленно на выдохе выполняем наклон к ноге. Амплитуду не фиксируем. Наша задача в этом положении – попробовать расслабиться. Это очень важно. И упражнение выполняется медленно на выдохе. Следующее упражнение направлено на растяжку средней поверхности бедра и ягодицы, той ноги, которая согнута. Нога в свободном положении, колено стремится к тому, чтобы лечь на пол. Медленно на выдохе выполняем наклон вперед. Взгляд направлен вперед. Спина максимально ровная. Следующее упражнение направлено на растяжку внешней поверхности бедра и ягодицы. Ногу сгибаем вперед, вторая нога максимально ровно отводится назад, ручки ставятся вперед и медленно на выдохе мы наклоняемся, стараемся грудью лечь на переднюю ногу. Ножку одну поднимаем, 90 градусов между голенью и задней поверхностью бедра, не отрывая таз, спина прижата, медленно на выдохе тянем ножку к себе. Растягивается ягодица той ноги, которая согнута. Согнутая нога, стопа лежит на уровне колена второй ноги. Растяжка в тренажерном зале необходима не просто для того, чтобы мышцы расслабились. Очень часто люди приходят с травмами поясницы, с какими-то проблемами с суставами, да, с движением суставов. Растяжка в заминке после тренировки как раз необходима для того, чтобы мышцы расслабились, для того, чтобы увеличить амплитуду движения в суставе, потому что стретчинг – это как раз движение в суставе с максимальной амплитудой. И иногда люди выполняют упражнения с неправильной техникой именно из-за того, что в суставе не хватает растяжки. Да, допустим, если мы делаем тягу сверху и не хватает растяжки в плечевом суставе, упражнение выполняется вот таким образом. Это может привести к травме и к неправильной работе мышц. Поэтому упражнение должно выполняться ровненько. Вот. И достаточно много движений в тренажерном зале, которые как раз требуют дополнительной растяжки. Поэтому не игнорируйте при силовых упражнениях упражнения на стретчинг. Данное упражнение является самым легким с точки зрения техники выполнения. Растягивается задняя поверхность бедра ноги, которая согнута. Из исходного положения нога прямая, колено стремится к тому, чтобы лежать на полу. Подтягиваем ногу к груди с максимальной амплитудой. Точно так же до того момента, пока нам позволяет гибкость. Здесь очень важно, чтобы спина не отрывалась, потому что в этом положении спина тоже расслабляется. И важно, чтобы она, поясница, не получала нагрузку. Упражнения для расслабления и растяжки мышц поясницы и прямых мышц спины. Из положения сидя, медленно на выдохе, вытягиваем ручки вперед, стараемся расслабиться. Здесь голову можно, да, опустить. Плечевой пояс должен быть расслаблен, поясница максимально расслаблена.
Упражнение для растяжки квадрицепса. Из положения лежа сгибаем ножку вперед, беремся рукой и притягиваем пятку к ягодице. Упражнение для растяжки мышц груди и для увеличения подвижности плечевого сустава. Из положения лежа руки вытягиваются вперед, тренер берется за локтевую зону, медленно на выдохе ручки тянутся вверх. Движение должно быть абсолютно под контролем. При выполнении упражнений очень важно, чтобы не было рывковых движений при движении наверх. Мы показали вам комплекс упражнений, один из многих, которых можно выполнять после силовой тренировки в тренажерном зале.